Всем привет! Меня зовут Анна Кафырина, ты на моем канале YouTube. Наконец-то у меня дошли руки, чтобы записать такие видео к себе на канал. И это происходит никак иначе, как 15 июня, когда у нас в стране вводятся новые ограничительные меры. И вот сегодня как раз я поехала кататься с утра пораньше на велосипеде на ВДНХ и встретила, собственно, эти ограничительные меры в связи с ковидом. Слушайте, ну, ВДНХ закрыт весь. Вон даже прокат самокатов закрыты. Здесь сейчас все не видно, но я ехала через парк Останкино, и там был вообще трэш. В парке Останкино вообще все закрыто, то есть все лавочки закрыты этими самыми лентами красно-белыми, все площадки просто забором закрыты. Ну и ладно, там площадки, которые для того, чтобы шашлыки жарить, там типа люди тесно друг к другу, можно заболеть и все такое. Но площадка, где спортом люди занимаются, ну это вообще бред закрывать. Блин, ну всем же понятно, чем лучше у тебя здоровье, тем легче ты переносишь любые болезни. А тут, пожалуйста, сиди дома, убивай здоровье в темноте, без солнца, без ничего. Ну, в общем, странно мне. Ну, а я все равно катаюсь на велике. Приехала на ВДНХ, сейчас вот Маринку жду, она тоже где-то скоро должна подкатить. И будем с ней вкручивать. То есть... Ну, у нас опять нельзя в парках каким-то образом развлекаться, то есть парки пока еще открыты, но фишка в том, что, например, детские площадки все закрыты. Ну, то есть нельзя прийти с деточкой поиграть на площадке. Какие-то поинты для пикников, они тоже закрыты. И самое главное, что закрыты спортивные площадки, хотя для меня это очень странно, ведь, ну, как бы всем понятно, что если у тебя хороший, высокий, сильный иммунитет, то ты любую болезнь переносишь гораздо легче, выкарабкиваешься легче, последствий меньше и так далее и тому подобное. Почему их закрывают, непонятно, учитывая, что они и так, в принципе, не особо сильно пользуются популярностью. Вот, ну, в общем, я это все проехала, повозмущалась где-то внутри себя, и дальше мы с моей подружайкой ездили кататься, накрутили, в общем, 30 с лишним километров на велосипеде у нас получилось, и самый прикол в том, что я в этом году, наверное, первый раз проехала так много километров на велосипеде, и... что удивительно, у меня организм, вот я сейчас записываю видео, можно сказать, там, через силу, потому что организм мне сказал, что у тебя болит теперь все, ты теперь еле передвигаешься, у меня болит там не только ноги, спина неожиданно, обычно после велосипеда у меня не болит спина в районе лопаток, у меня болит шея, хотя есть подозрение, что я просто как-то не так спала, а после 30, если ты неправильно спишь, болит уже все, к сожалению. Ну так вот, в общем и целом, болит все, и я думаю, что завтра я тоже буду какой-то недвижимостью. Сейчас время без чего-то 5. У меня жуткий жор. Это к вопросу о том, о похудении. Я пытаюсь закидываться белками, чтобы они дольше переваривались, и низкосахарным грейпфрутиком. У него еще добавок гликемический индекс низкий. И, в общем, скачка инсулина не должно быть. В общем, должна я продержаться. Вот. А в духовке у меня готовится палтус. То ли палтус, то ли камбала, я уже забыла. Ну, не суть, в общем, это рыбка, про которую я недавно узнала. Не то, что она существует, что это есть такая рыба, это известно, а то, что у нее очень много в составе белка, очень мало жира и, ну, практически нет углеводов. То есть это прям вот чистый белок-белок. Я пошла в перекресток, купила себе, значит, две упаковки камбалу и палтуса. Они примерно одинаковые по составу в плане белков, жиров и углеводов. И, в общем, что-то из этого приготовила. Ну, куда-нибудь ставлю видос.
и надеюсь, что он попадет в это видео. Ну так вот, а сегодня я еще хочу поделиться с вами, что я продолжаю свой путь к low-waste минимализм и стараюсь разгребать свои мусорный след, скажем так. То есть если я в предыдущих видео, оставлю ссылку на них в описании, писала и говорила о том, что я сдаю в переработку картон, то я уже начала сдавать в переработку не только картон, но и жестяные банки, плюс еще пластик. Вот, и одежду я сдавала уже давно. Так что, в общем, чувствую себя прям молодцом в плане минимизации оставления своего следа в природе. И, в общем, пропагандирую это везде. Но, к сожалению, столкнулась вот в эти выходные, мы очень долго дискутировали с моими друзьями на даче. К сожалению, люди, прикрываясь тем, что у них нету, скажем так, около дома, в ближайшей мусорке, нету разделения отходов, либо вот как это сейчас стоят контейнеры, смешанные отходы и вторсырье, другие люди, большинство людей, в принципе, кидают туда вообще все подряд и не смотрят, что туда на самом деле нужно кидать. Прикрываясь этой историей, они говорят, как я буду разделять? Или там, у меня нету места, что ж, у меня там под раковиной одно ведро, и как бы складывать некуда. Мое мнение, что если как бы ты хочешь, ищи возможности. Вот как я, например, выделила полку на балконе и сделала там несколько мешков, в которые складываю пластик, одежду, там жестяные баночки у меня стоят отдельно, и картон. Вот, если человек хочет, он ищет возможности. И вот я езжу, когда мне там набирается какое-то большое количество, вот поеду, наверное, завтра, мусора, я езжу на флакон, ближайший у меня большой такой пункт, где принимают на вторсырье всего, чего только можно, и ищу возможности. А кто-то говорит, что у меня это либо далеко, либо вот еще как-то, я там не хочу дома, чтобы у меня хранился мусор, это же мусор, и как бы никто не думает, что пластик, он не воняет, картон тоже не воняет, жестяные банки, если их сполоснуть после того, как ты вытряхнул оттуда там горошек или что у тебя было в жестяной банке, это все не воняет, не портится, воняет и портится только органика, которую можно либо в компост, либо там в раковины ставятся вот эти машины, которые перемалывают всю органику, это все уходит в канализацию. И тоже, в общем-то, очень помогает тому, чтобы минимизировать отходы. Вот, так что я к чему веду весь этот свой спич? К тому, что если у вас есть желание, вы найдете возможность. Если у вас нету желания, то так и скажите просто честно, что не хочу я этим заниматься, к черту это все. Я хочу дальше продолжать загрязнять планету, и она как-нибудь, и все остальные без меня обойдутся. Вот, это вопрос осознанности и того, чего вы хотите. Вот так вот моя такая сумбурная речь, сумбурный влог на сегодня. Надеюсь, был полезен. Вот, повторяюсь, что внизу в комментариях оставлю ссылки на видео про минимализм. И с вами была Анна Кафырина. Всем пока-пока!